купить продукты по ценам производителей могли в минувшую субботу жители Чебоксар. В городе уже во второй раз в этом году прошла ярмарка под названием «День местного товаропроизводителя». Для жителей возможность купить продукты дешевле, чем в магазинах. Для продавцов удобная площадка для продажи. С такой целью столица Чувашии проводит специальные ярмарки перед торговым центром «Шупашкар». Ярмарки будут работать до мая месяца. Каждый выходной территория города Чебоксары. Вот сегодня эта ярмарка проходит на территории универмага «Шупашкар». И в дальнейшем в городе эти территории будем расширять, чтобы было больше. Цель этих мероприятий, во-первых, в нынешней сложной ситуации, когда доходы населения падают, у нас задача дать возможность местным товаропроизводителям, минуя посредников, продавать свою продукцию. Продукцию продавцы представили разнообразную: мясо, колбасные изделия, рыбу, овощи, мед, орехи. Глава столицы прошелся по торговым рядам и отметил, цены ниже на 10-30%. Предприниматели подтвердили цифрами. На выездную торговлю у нас всегда рыба дешевле. Вот у нас рыба свежая, селедка 105 на выездной, 103 рубля была. А в магазинах она 120-130 рублей. Также скумбрия. Она и по 200 есть. У нас 180 рублей свежая скумбрия. Копченая 309. В магазинах она 350-360. На этой неделе мы на этой выставке первый раз. Картофель продается хорошо. Можно продать по доступным ценам для горожан. И нам выгодно, и им. Ближе к началу садовода-огородного сезона на ярмарках организуют продажу саженцев и семян овощей. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.